Ай, ты такой лаешь, лаешь там. Родители ушли водопад смотреть. Да, водопад. Ай, ты такая красавица тут. Ладно, не будем тебя нервировать. Латышские номера, видимо, приехали на водопад, а собачку это самое оставили. Пойдем и мы посмотрим. Всем привет! Верочка, привет вам! Грустной женщине. От веселый вам привет. Что, Верочке привет передаю. Верочке не нравится, что я улыбаюсь. Она говорит, что я глупа. Судя по всему. Она живет без документов. Она тут меня один раз спрашивала. Кто глупее? В чем? Вот вопрос. Водопад, водопад. А здесь еще есть снег. Вот она, речка, речкой там падает. А здесь скользко. Посыпано, конечно, обильненько. Ну, что? Тут много-много валяется. На самом деле 10. А, нашел денежку? Да. Ну вот, видишь, уже прибыль. Понимаешь? 10 центов, уже прибыль. Вы это подкинули? Ну, надо желание загадать. Не хочу я когда возвращаться. Ну, почему возвращаться? Может, другое ведь желание? Ну, не загадывается. А если я скидаюсь-то. Ну, так и что тогда? Еще одно. Да нет. Не, ну тут скользко, слушай, тут особо-то... Разве уедешь? В городе-то снега нету, а здесь вон сколько еще льда и снега. О, какие ели огромные. А там шишек, шишек из как много лежит. И шум. Ну, сейчас будем спускаться. Ну что, главное, замечательность Эстонии. Водопад. Сейчас уже воды не так много. Сюда вода здесь. Да, я чувствую, где мы песок. Иди, лосося найди. Лосося? Ну, что ты там нашел? На... Голубой алмаз. Голубой алмаз. Голубой алмаз. Прогулка в выходной день. Выходи еще два. Особо гулять-то здесь негде. Туда, ну воды мало сейчас.
Сейчас мы проверим, рыбаки. Рыбаки-то тут есть. Что, уже спускали? Ну, когда в прошлый раз до ягоды. А. Слушай, а здесь так грязно. Очень грязно. Очень грязно. Смотрите, куда мы приехали. О, подвесной мост. Сейчас я трушу. Сейчас мы пройдемся по нему. О. Тут уже следов много, тут уже люди ходили. О. В этом году. Там купальню сделали. Подожди, подожди. Купальню? Поставили, да? Да ты что? Сейчас я перчатку одену. Пирс. Ну там. Сейчас перчатку одеваю. Там поля для гольфа. А ты вообще. Сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так надо крепко держать. Ой, что-то мандраж какой-то. Ой. Я не трус, но я боюсь. Ой. Ой. Вот блогер, и снимай. И иди, и бойся. И еще. Да. Еще это, так сказать, улыбочку, улыбочку. Улыбочку для фото. Улыбочку, говорю, для фото. С какого места? Там я стоял, мне купаться. Да? Ты там лосося поймал? Отсюда вытащил лосося. А что-то я не помню. А, это когда все приходили, смотрели на твоего лосося? Да. Да. Вот здесь вот частные дома. И сразу выход у них, видите. Ой, 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 ой. Ой, прямо кажется, что какой-то мост уносит. Какой-то мост уносит. Пойдем в гольф играть. Ты удочку-то не взял? Замочки. Ой, 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 ой. Воды. Лодка. Ну вот, приватная территория. Раньше здесь ходили. Ну, в принципе, здесь по краю-то ведь можно, наверное, рыбакам, наверное, ходить. Но сейчас все. Соседский надзор. Корта без оплаты за игру в размере 99 евро. Запрещен. Ведется наблюдение. Вот. Пойду схожу к этому дому, посмотрю, что это такое. Сколько ли раз была здесь. Ладно, на обратном пути эту. Да. Рыбачить запрещено с чего? С моста? Да. А, ну с моста, да. Конечно. Мусор только в мусорку, это понятно. Ну, пойдемте сходим. Посмотрим, как тут. Как тут живут. О, смотри, ворона не заплатила. Или, может, она заплатила 99 евро? Ну, играет. Играет клювом. Ё-моё! А нам туда нельзя! Почему? Давай я 99. А смотри, кто-то заезжал же здесь. Ну, машинки же ездят. Гольф. 99 евро. Мне бы кто дал бы эти 99 евро. И ладно, пойду схожу туда. Ну, написано вот Эрама, частная территория. Не знаю, это такой большой частный дом, что ли? Видимо, да. Так, это самое крутенько тут. Там кто-то за этим самым, за окном видно. О. Такие вот тут дома. А там, я не знаю, как парники какие-то, что ли. Пешком иду, как бы вообще в этом районе первый раз. Но говорят, здесь очень плохая вода. Не знаю, насколько это правда. Как говорится, за что купила, зато продала.
Ой, это такие подсветные эти светильники вот. Да, ну, это интересно. Дровишки. Ока едет тут навстречу мне. Вот оттуда я пришла. Так вот тут живут по-разному. Кто-то минималку получает и жалуется на жизнь, а кто-то живет вот так, вот в таких вот домах. Видите, заборов нету. Только вот какие-то эти кустики. Вот так современные, конечно, интересные такие дома. Сейчас мы дойдем до туда, посмотрим, что это там. Прямо посередине вот построено этого поля для гольфа. Нет, я, наверное, так бы жить не хотела. Как-то нет никакой приватности. Ну, понятно, что кустики поднимутся, зацветет. Будет более-менее так уголок, как говорится, закрыт. Но так все открыто. В Эстонии много домов без забора. Хотя вот здесь какие-то палки стоят. Может быть, будет забор. Такие. Ну, как мне кажется, вот это вот похож на хозпостройку. Хотя я понимаю, что, скорее всего, здесь и цена самого дома, и цена земли очень-очень-очень, наверное, дорогая. Это туалет, что ли? Ну, как-то на хозпостройку похоже. Какая корзина тут, смотрите. Переносная, видимо. Ну, в общем, что скажу. Людей нет, видимо, все на работе. Ристи Кангруте называется улица. Райончик такой интересный. Тихо, конечно, здесь, конечно, чужие не ходят. Ну, как-то скучно. Нету жизни как-то здесь. Все так серо, мрачно и грустно. Пойду обратно. Видите, как поле барбекю стоит, это столик. Ну, а где цветы? Где? А где огород? Где огурцы, помидоры? Где это все? В магазине. Но нам такой вариант не подходит. Пойду, наверное, мой муж меня там уже заждался. Так, ну, в общем, мы были вот здесь. Вот по этой дороге я шла. Вот такая вот тут у нас карта. Ну, я же говорю, где-то наступила, там нога у меня раз. И тут вот доска сломана тоже. Видишь, вот. Смотри, здесь лед этот откололся вот. Ну, трещина. Угу. Лодка. А что, лодку-то не вытащили, почему она в снегу? Ты, может, унесло ее. А, да. Весла лежат. Нет, значит, кто-то ездил. А.
голова кружится. Голова кружится на середине-то. Ну да, тут надо уже ремонтировать. Ой, я даже прямо это... Да, да, я видела. Я уже сняла. Ой, слушай, прямо аж голова-то. Ой, а там море, море, море. Море, море. Ой. Ну, как нависает. Нависает лед. Нависает лед.